Активисты Одинцовского отделения «Единой России» и молодогвардейцы посетили концерт для воспитанников школы «Надежда». Мероприятие подготовили и провели артисты культурно-досугового центра имени Иосифа Кобзона и фонд «Ратник». Для ребят выступил пианист Игорь Полтавцев, заслуженный артист России Алекс Новиков и солисты детских творческих коллективов. Мероприятие провели в рамках проектов «Единая страна. Доступная среда» и «Культура малой родины».